Конные прогулки закончились, и сегодня у нас автомобильная экскурсия по Чуйскому тракту. Зима добавляет давно знакомым пейзажам новые краски, подчеркивая зелень вод Катуни. Даже лед, погруженный в воду, кажется бирюзовым. Еще больше бирюзового можно увидеть на слиянии Чуи и Катуни. Летом Чуя всегда мутно-белая, но сейчас вода намного чище и ничто не мешает краскам радовать вас. Чем ближе к Чуйской степи, тем на глазах становится холоднее. Но и на гейзерном озере жизнь зимой не замирает, выбросы его продолжаются, и знаменитые зеленые круги встречают нас на привычном месте. А вытекающим из озера ручей зеленеют водоросли. Последняя остановка, чтобы полюбоваться издалека северо-чуйским хребтом, и мы поворачиваем назад. Мост на царской охоте зимой. Еще не рассвело, но где-то там вот рассвет на горизонте. Катунь подо льдом. Дождавшись рассвета, добираемся до Камышлинского водопада. Сейчас он скорее ледопад, чем водопад, хотя под ледяной коркой вода продолжает свой путь. Прощаемся с зимним Чуйским и перебираемся на Телецкое озеро.